Что это было? Лучше посмотреть, как по деревьям лазят те, у кого это лучше получается, а потом уже самой попробовать. Что это за звук? Уже пора вставать. Ах, мой телефон. А это что такое? Значит, Даниэль все же получила вторую записку от черной кошки. Угадай, кто только что получил записку от черной кошки? Поздравляю! Надеюсь, с тобой не случится то же, что с Даниэль. Держись подальше от шкафов. Хорошо, не беспокойся. Надо же, дверь не закрыта. Открыта. Они все еще сплетничают обо мне. Как дела? Я нашла твою заколку. О, отлично, спасибо. Не знаю, зачем я их до сих пор ношу. Они постоянно теряются. Я знаю. Это упало у тебя на ночной встрече тайного общества под дубом. На встрече? Не понимаю, о чем ты. Мэл, я все видела. Я сидела на дереве и видела тебя. Я не буду ничего тебе рассказывать. Что бы ты там ни увидела, лучше это забыть. Я все равно не смогу забыть, и ты это знаешь. Мэл, послушай, все, что ты скажешь, не уйдет дальше этой комнаты, обещаю. Мне не нужен материал для сплетен, я просто хочу знать, что с тобой происходит. Это была встреча общества Блэквуд или Черный лес. Это тайный клуб, который был создан всего через несколько лет после основания Уэйверли. Раз в год туда избираются только 7 студенток. Кто выбирает студенток? Я не знаю. У нас все делается анонимно. Все надевают плащи, как ты видела, и никто не разговаривает вслух.
так что невозможно сказать, кто есть кто. Где-то раз в месяц я получаю записку или электронное письмо о встрече. Мы встречаемся, но не общаемся друг с другом, а становимся в круг и 20 минут говорим определенные слова. Только пойми, это не шабаш, это традиция, которую мы храним, хотя давно забыли ее значение. Что случится, если ты откажешься быть членом общества? Я не знаю. Ну, мне нравится то, что я состою в обществе Блэквуд, и не потому, что оно такое тайное и исключительное. Я люблю принимать участие в том, что когда-то давно считалось важным, хотя и непонятно почему. Не знаю, что значат слова, которые мы шепчем, но мне это нравится. И я принимаю всю тайность нашего общества, потому что так я становлюсь частью столетней традиции. Возможно, некоторые соглашаются войти в общество из страха, но это не мой случай. Честно говоря, меня всегда привлекала неизвестность. На этом все. Больше меня об этом не спрашивай. Как думаешь, тайное общество Блэквуд может быть как-то связано с черной кошкой? Я тебе уже все сказала. Общество Блэквуд? Я его не знаю. Может, я еще загляну. Еще увидимся. Это книга, которая пропала из библиотеки. Если я ее верну, то получу поощрение. Этот плащ надевала глава общества Блэквуд. Эй, как дела? Поговорим в следующий раз. Да, хорошо. Как дела? Слышала, ты увела парня у Лилы. Это правда? Парень пригласил меня на вечеринку в Оксборо. Я согласилась, подумаешь. Но ведь он встречался с Лилой. Это его личное дело. У нас же демократия. Слушай, я не увожу чужих парней. Да и зачем? Парней ко мне просто притягивает. Только не думай, что я хвастаюсь. Это чистая правда. У Лилы был шанс с тем парнем, она его проворонила. Ей придется смириться. Правда, что ты получила вторую записку от черной кошки? Да, но, по-моему, она была от Лилы. Так она пытается отомстить мне за то, что я увела ее глупого парня. Думаешь, первая записка тоже ее рук дело? Какая разница? Записками меня не напугаешь. Бумага все стерпит. Можно посмотреть вторую записку от черной кошки? Прости, я сделала с ней то же, что и с первой. Сожгла. Я знаю, что ты глава общества Блэквуд. Мне нужна твоя помощь. Так, кто проболтался? Неважно. Слушай, мне срочно нужно узнать, какие слова вы говорите на встрече. Можешь повторить их слово в слово? Зачем это нужно, объяснять некогда. И не бойся, я никому не проговорюсь. И что мне будет? Ничего. Хм, надеюсь, ты не собираешься идти в политику? Это их методы работы. Я буду тебе должна. Ну что? Слушай, ну повторять я не буду. Тройка хороша, но лучше пять. 19 победит четверку. Если семерка сможет мерой стать, то только двойка отворит решетку. Будешь мне должна. Как ты стала главой общества? Мне прислали сообщение и указали определенное место, где были синий плащ и записка. Мне нужно было выбрать 7 членов общества и весной нового главу.
Все дают клятву молчания. Считается, что нарушителя ждет проклятие. Ты в это веришь? Я не люблю нарушать клятвы. И тебе, наверное, не стоит этого делать, раз ты знаешь тайну. Что ж, предлагаю закрыть эту тему и больше к ней не возвращаться. Что-нибудь еще? Больше не буду тебе мешать. Пока! Внимание, все желающие! Я принимаю заказы! Я слышала, что Ламберт пригласила Харриса в кафе. А я слышала, что он ее отшил. Закуска готова! Да я всего лишь сказала, что ей лучше пользоваться коричневой тушью, а не черной. А она так завелась. Забирайте заказ. Заказ готов. Забирайте заказ. Закуска готова. Вот так, готово. Наделала.
Рэйчел. Что она задумала? Нужно выяснить. Ничего себе! Значит, вас двое! Никому не говори! Подождите, вы обе учитесь в академии, но об этом никто ничего не знает, включая администрацию? Но мы не делаем ничего плохого. Все равно в этой комнате никто жить не будет, и объедки есть никто не захочет. Мы живем так уже несколько лет. Если бы мы нарушали закон, нас бы давно нашли. Наша мама умерла, а папа не знал, как в одиночку справиться с двумя дочками. Мы боялись, что нас отдадут в приют, если мы не поступим в какую-нибудь частную школу. Мы подали заявление во все школы штата, и здесь согласились принять только меня. Но мы приехали вместе. И нам осталось учиться один семестр, всего один. Это же совсем недолго. Никому не говори, Бекка. Пожалуйста. Ничего себе! Хорошо, я вас не выдам, не бойтесь. Я умею хранить чужие тайны. Спасибо. Странно, правда, что об этом смогла узнать только я. Это не совсем так. Ким! Кто-то узнал о нас и пригрозил раскрыть, если мы не будем подкладывать записки от черной кошки. Значит, это вы черная кошка? Нет, мы пишем записки и подбрасываем тем, на кого укажет настоящая черная кошка. Что ты делаешь? Если она проговорится, нас все равно исключат. Рэйчел, давай все расскажем. Может, она сможет помочь? Значит, ты Рэйчел, а ты Ким? Да. Скажите, а как эта черная кошка с вами связывается? По интернету. Пишет письма с разных адресов. Мы не знаем, кто она на самом деле. Ну, думаю, я смогу вам помочь. Если получится. Попробую выяснить, кто она такая. Это было бы здорово. Тогда мы сможем узнать то, что скрывает эта таинственная особа. Поставим ей шах и мат. Ну ладно, моей сестре нужно поужинать, а тебе пора идти. Если не будет кого-то из нас, никто не заметит, а вот если новенькая куда-то исчезнет... Понимаю. Ладно, девчонки, завтра увидимся. Ну, с одной из вас точно. Спокойной ночи.